Привет, друзья! Итак, наше шоу становится настолько популярным, а звание лучшего менеджера сезона настолько престижным, что в голосовании за 6-й сезон мы впервые встретились с широкомасштабной фальсификацией голосования. Но надежды фальсификаторов разбились приблизительно так, как этот джук. И если вы думаете, что вы в курсе, кого мы пришли награждать, вы ошибаетесь. Мы пришли поздравить Сашу из Ниссана, потому что приблизительно вот в таком виде вы выглядело честное голосование. Пойдемте. Здрасте. А Саша есть? Мы с Сашей пришли приз вручить. Может, скрываться где-то? Говорю, привет, ты нас не ждал? Не ждал. А ты знаешь, мы восстановили правильное голосование без накруток, и ты оказался на первом месте. Правда? Да, поздравляем. Привет. Лучший менеджер 6-го сезона. Спасибо. Слушай, ну, Саше понадобилось 3 захода для того, чтобы стать лучшим. А еще в этом сезоне еще один Саша тоже с 3-го захода собирался стать лучшим. Там разница была буквально в несколько процентов. Саша Калинин. Знакомы? Ну, не знаком лично, но видел. Да, Саш, ну слушай, поскольку в Ниссане закончились модели, то у тебя все впереди. Правильно? Желаю удачи. Или мы дождемся все-таки микро? Я думаю, в ближайшее время не стоит ждать. Как продаются? Хорошо. Что там за разбитый жук стоит? Клиенты привезли на кузовной ремонт. Кстати, можно увидеть, насколько машина безопасна. Да? Ну, силовая клетка там полностью. А во что въехала? Мне неизвестно. Ясно. Саш, спасибо большое за труд. Увидимся. Очень приятно.